За победу боролись 33 педагога. Две недели бессонных ночей, поддержка близких, надежда и нескрываемое волнение. Долгожданный финал собрал всех участников конкурса. На протяжении уже многих лет, уже более четверти века проходит городской конкурс «Учитель года», и все педагоги, которые выходят на сцену, они показывают не только свой профессионализм, а профессионализм подготовки всех педагогических коллективов города Кургана. И это является самым главным достижением нашего городского конкурса. Победа далась непросто. Участникам приходилось доказывать мастерство на деле, проводить открытые уроки, участвовать в мастер-классах, представлять образовательные проекты. Работу оценивала взрослая и детская жюри. Все конкурсанты достойны победы. И мне было очень приятно находиться в таком коллективе, потому что опытные педагоги, есть чему поучиться, перенять опыт. Я очень рада, что встретилась с такими коллегами. Боролись за победу не только женщины. Этот год оказался рекордным. В соревнования вступили 5 мужчин. Один из них стал лучшим в номинации «Педагогический дебют». Это того стоило. Это полезный опыт, который поможет мне расти дальше как педагогу. Маленькая ступенька в профессиональном росте. Людмила Каратаева, педагог детского сада номер 131, стала воспитателем года. Говорит, профессию выбрала случайно. Профессию пришла случайно. Хотела совсем другую профессию. Но мама настояла, сказала нет. Я тогда сказала, хорошо, я тогда иду в педагогический. И вот так вот попала. А потом, когда попала, училась в педучилище, поняла, что я где надо, там я нахожусь. Впервые учитель года состоялся в 92-м году. За 26 лет существования в нем приняли участие 824 педагога. Юлия Пастухова, Александр Немков, информационное агентство «Курган.ру».